башка то пропадет, то появится. Вот приходится нам намазываться. Она где-то есть, где-то ее вообще нету. Утром побольше, днем поменьше. Масло гвоздики. И ее как сдуло. Все отлично. Так. Приключения на хрыблоке продолжаются. Так, тебе тот вчерашний, твой доставать. Он ловил меня в этом. На зеленый, но. Отцу понравился этот. Так, все, с этим арсеналом будем работать. Так, ну что, я начну так с косодаки. Так, будем менять точку сейчас. Поедем на другое местечко. Ух, в июне, конечно, это задолбает. Ох, хорош, батя. Ох, хорош. Черный. Да. Неплохой. Двушечка точно в нем. Вот он, вот он, вот он, вот он, вот он. Вот на сопле висит прям. Нет, двушечки в нем, наверное, нет. Ну, вот такие бы, если ловились, было бы вообще замечательно. Дождались мы его. Отец говорит, в районе килограмма что-то там. На всякий случай. Зацепился.
цепляй. Толстенькие, хорошие такие судачки. Намного лучше, чем вчера. Вот парадоксально. Вчера поклевывали. Прям дрыщи явные. Сегодня уже крупнее. Стайка, видно, поменялась. И вот. Так, ну что, очередной заходик у нас. Уже два судачка. Это, по-моему, заход у нас четвертый. Поставил беленького попробовать. Здесь я завтра поджигую, если нормально все будет. Там 5 метров, 4 с лишним, 5, а здесь уже подъем на 3, вот он в этой ямке стоит. Там еще два куста, вот он под этими кустами. Следующая точка, будем пробовать сейчас здесь. Так у тебя вырвет его. Ну как, нет? Вот так вот, да. Вот потечки взяли. Рыжий. Как работает рыжий? Просто офигеть. Да, что-то, наверное, поинтереснее уже. Так, держи, разбирайся с ним сам, я сейчас отъеду. Подобрали воблерок, такой оригинал, очень хорошо ловит. Так, тряпочка, рыбку накрыть пора, пока сумка не нагрелась. До этого работали белые, битые стекла, какие-то там синеватые, бронзы. Сейчас вообще непонятно, все поменялось. Но он явный фаворит. Второй день уже. Так, поставлю тоже вот такой рыжевато-серебристый, попробуем. Сейчас солнышко выглянуло, может сейчас работать начнет, там хром, какие-нибудь битые стекла на солнце играть. Но у тебя вчера он весь день рыжий работал, да?
И вот тот вот удачный, которого сама я взял. Но там вот я даже ставить не хочу, у него жопа уже расщепилась. Она не так сильно, как у этого, еще тройник не выдернула. Но попробую его заклеить. Ну давай, еще раз это пройду, блин. Там, мне кажется, просто подбор цвета вот удачно. Не каждый рыжий работает, вот не все. Пятна, да. Я вот сейчас, подожди. У меня есть такой же. Ну, похожий, но синий. С такими пятнами. Попробуй. Тоже точно такие же пятна. Ну, два еще какая-то. Так, рыжего все-таки нахрен я беру. Этого, наверное, я тоже беру. Этого я пока тоже беру. Это мое золотишко. Эх, когда-нибудь все это уйдет с молотка. Фас, Журик, фас. Сейчас как начну косить. Аж страшно станет. Ух ты, ух ты, ух ты. Давай его мотни. Ого. Ого. Что-то тяжеленькое. О, уж неужели опять сомик? Прям реально тяжело. Тихо, не столкни его. Ты прям случай, как он увидит. Сначала поводок, потом под него прям подводи. Да, это сомик, наверное. Едем от кустов. Ну, небольшой, но сомик. А он и тут не пускал. Да, сомик прямо открутится. Ну тоже, наверное, килограмм 10. Коряги. Братья, столько не коряги. Ой, слушай, пузыри хорошие. Так, рядом. Давай, готовься. Да сом, конечно, сом. Чтоб понятно. Ну тоже 10, да. Давай, готовься. Тихо, вот так держи, все это держи. Нет, не 10, наверное, это килограмм 8, наверное. Поменьше даже. Стой, 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 сейчас отъедем. Так, воблер Джиджи Бандит от Герман приносит мне сомика. Так, сейчас погоди, немножко воды вот давай сольем. Что? Ручку, ручку, ручку. Тяжелый, блин.
Он толстый какой-то. Я думаю, что в нем все-таки, наверное... Нет, не 8, я думаю, 10-то здесь точно есть. Нет, нет, не 10. Ну, тяжелый, зараза, тебе говорю. Тяжелый. Так, где-то у меня перчатка была. Так, Вася, тихо. Тихо, мне за губку взять. О. Так, затишь. Приключения на рыбалке продолжаются. Утро еще только, ну, 6 утра уже, в принципе. Вот, но еще впереди у нас там часика 3-то точно есть. Вот, надеюсь, сейчас что-нибудь еще поймаем хорошее. Сейчас уже судачков взяли неплохих. Вот сомика взяли по течению на вот такой уберок от Герман. Задницу не расщепилась, вообще как летай сидит. К сожалению, еще раз повторюсь, к сожалению, вот у меня есть воблер. Очень красивый, бандит, ловит, оригинальный. Но у него вот, не знаю, камера не передаст, уже ну, треснут зад. То есть вот лопнул уже хвостик, слабые они на задок. Но, к сожалению, я говорю, это не потому, что я что-то кого-то хочу там зачморить, еще чего-то. Очень нравится мне вообще оригинал, и цвета нравятся, очень красивые делают. Вот, но... Вот эта проблема у них существует. Надеюсь, они ее исправят. Все, ловим дальше. Кстати, и тройники вообще не разогнуты. А у оригинала, ну, практически такой же сом был. Тройники были разогнуты довольно-таки сильно. Ну, тут видно, что у реплики, у герновской, они потолще. Они реально потолще. По качеству они такие же, ну, довольно-таки нормальные, острые. Вообще сейчас у Герман очень хорошая фурнитура. Тройники, кольца ничем не хуже оригинала, я бы сказал, даже лучше. Это на самом деле так. В обзоре это все покажу. Похоже, и само эти пятна нравятся. Смотри, второй воблер с этими пятнами. Две поклевки подряд, да? Одна и та же. Что, сам справишься, да? Так. А это опасно, когда так вот вытаскиваешь. Съедобный. Давай сейчас переоденемся. Дед, ты хрен с ним, улетит и улетит. Что ты за ним, как это, за золотом, блядь? Сам не пойдет. Так, сейчас переоденемся, а то уже припекать начинает. Это правильно. В принципе, в таком костюме, это костюм от Горизонт, недорогой. Костюм летний, комбат. Вон. Можно в жару находиться, но он дышащий, он такой хбшный, то есть так тонкий. Но у меня есть сетка, поэтому что мне потеть? Вот такие костюмы из сетки. Это вообще просто полная вентиляция, полный кондишн. Это самая тонкая сетка, вот она самая лучшая, мне нравится. Но я такую найти больше не могу. Этой сетки уже не знаю сколько лет. Очень-очень много. Наверное... Год, наверное, 98-го. Вот. А вот такого тоже вот плана. Но вот она у тебя, видишь, погрубее, а у меня прям на тело потрогаю. Очень приятно. Я такую найти не могу.
Вот. А сейчас продаются такие тоже сетки. Они тоже хорошие, но, конечно, немножко они поплотнее. И тоже сетка, но поплотнее. И они и потяжелее. Ну и немного похуже обдуваются, в принципе, как-то так. Вот. Сейчас, подожди, дай я уберу свой костюм, вот, горизонт. А вот такие хабэшные костюмы, они на вечер вам подойдут. Вот. И на утром, когда рано встаете, летом. То есть вот одели его, и все. Попку поднимите, папа. Так, все. Ящик вот такой очень удобный. Вот. Это от компании Irvi Box. Серия 700. Вот. Ящик Iris. Здесь можно и вещи складывать, и не знаю, что хочешь, хоть рыбу складывай. Кто для чего. Вот, у меня там шмотки лежат. Там. И сидеть на нем удобно, да. Он амортизирует, то есть как бы на нем не жестко сидеть, не как на скамейке. Поджопник как бы даже, в принципе, не особо обязателен. Давай добежим сейчас до третьей точки. Это пусть успокоится. Фас. Есть. Что по деньгам там он? Да. Не, ну кормовой нормальный, это по-моему больше, чем вчера попадались. Аккуратно, опасно. Белый ходок. Чудо-воблерок. Так, ладно, сейчас здесь еще походим. Ну давай еще ходку сделаем, если такой же тоже валится, свалим отсюда. Сомик, наверное. Сомик. Красота, красота. Ой, Илюш, 3 кило. На эту сторону принимаем его. Давай быстрее. Да, это Соник. Смотри, его главное не столкни. Давай, давай, заводи, заводи, заводи. Хорошо проглотил. Холодненький. Холодненький. Так. Зараза, мне как его теперь тут вынимать-то? Той рукой-то, блин. Да.
Дай пассатиж. Так, держи за кончик. Давай вытащи. Стой сюда ты. Просто повис. Я не поклевки, это или багр, скорее всего. Ну, удара никакого не было. Страхуй. Не багр. Так, 5-метровый агрессор. Был у меня один сход хороший. И поклевка была хорошая. Вот третьего взял сейчас. Ну, более-менее такой. Конечно, это не трофей, но это съедобный размер. Это где-то, наверное, кило 300, может быть, да? Хорош. Вот эти вот тычки, вот они. Люблю я их. Все равно нет трофея, блин, зараза, ну хоть такой. Так называемые килошники, блин. Кило 100, кило 200, кило 300, блин. Да, вот тебе и нате. Бандосик молчит, а агрессор с 5-метровой лопатой. Игра. Да. Так. Вот такой он, рыбалок. Тяжело здесь искать, ну как тяжело, наоборот, в принципе, наверное, легко. Здесь везде миляк, ищите какие-то приямки, и в этих приямках ловите. Вот. Но осторожно, очень мелко есть, где-то даже там полметра. Вот, то есть надо знать тропы, а где-то вообще там конкретный миляк, где можно лететь. То есть ходить по рыбалку вообще, в принципе, довольно-таки, как бы, ну, бывает опасно. А также на рыбалке, в принципе, очень много коряк, зацепы, надо как бы сначала разведкой проходить. То есть, в принципе, как бы довольно-таки все, ну, с одной стороны сложно, с другой стороны интересно.